Всем привет, дорогие друзья! Еще одна очередная попытка снять видео для вас. В общем, как прожить блэкаут? Что делать, когда света нет, ничего нет и связь не всегда есть? В общем, что я сделал? Пункт номер раз. Купить аккумулятор. Он мне обошелся чуть больше 2000 гривен. Крабики. Раз. Крабики два. Первые пошли у меня к диодной ленте. Выше покажу. Эти пошли у меня к такому преобразователю 12220. Незаменимая вещь, зимой особенно. Особенно, когда хочется принять душ. К такому вот котлу, где его купить, я потом расскажу. То есть, выключают свет, я подключаю котел. К нему же я могу сразу подключить интернет. У меня дома всегда он есть. Дальше идут провода. Вот такая 12-вольтовая диодная лента. Пол-литровая. Пол-метровая. Дело к Новому году идет. Пол-литровая. Дальше, на кухню. Это для жены, чтобы не расслаблялась, всегда готовила. Есть хочется всегда. И, пожалуйста, гостиную. Люстра не работает. Свет есть. Елка есть. Подарки. Мне уже подарок приготовили. Тут метровая. То есть, как-то вот так. И все это дело мне обошлось порядка 10 тысяч гривен. Но жить можно.